За сутки в области перевернулось 3 автомобиля. В 14 часов 47 минут на перекрестке улиц Свердлова и Калинина столкнулись легковой автомобиль и пассажирская «Газель», которая в результате опрокинулась на бок. Пострадал водитель «Газели» и 5 пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок. В 18 часов 40 минут на перекрестке улиц Бакинская и Мечникова столкнулись сразу 3 автомобиля. 2 водителя и 1 пассажир получили ранения. На подъезде к железнодорожной станции 7-й разъезд Лиманского района водитель грузовой «Газели», двигаясь по грунтовой дороге, не справился с рулевым управлением и опрокинулся. Мужчина телесных повреждений не получил, сообщает пресс-служба МВД России по Астраханской области.